Сегодня у православных христиан начался Петров пост. Он всегда начинается через неделю после Троицы в понедельник, а заканчивается 12 июля. Таким образом, в зависимости от даты празднования Пасхи, он может продолжаться от 8 до 42 дней. Это летний пост, который сейчас называют Петровым или апостольским. Раньше назывался постом Пятидесятницы. Церковь призывает к этому посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия. Начало этого поста восходит к глубокой древности. Он заповедуется уже в апостольских постановлениях. В III веке его считали замещающим постом для тех, кто не мог поститься в Великий пост. Они должны были сделать это через неделю после Троицы. Петров пост не считается очень строгим. Церковный устав предписывает воздерживаться только от мясной и молочной пищи, а по средам и пятницам также от рыбы. Обязательным условием поста является молитва и добрые дела.